благословение Господне на вас, того благодати и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда человек живет, умирает и воскресает во Христе, то Слово Божие слышится как бы из его уст. Можно сказать, от первого лица. Апостол говорит о себе: Господь тоже и о себе, и о своих окружающих. А звучит это так современно из уст Божьего человека. Все эти дни, начиная со среды, и апостольские, и евангельские чтения так звучали из батюшкина, отца Дмитрия, уст. И сегодня, в день его погребения, мы слышим и о его жизни, из его же уст, и о его смерти. И имеем дерзновение верить о его воскресении. «С кем сравню, — говорит Господь, — и говорил, по сути дела, то самое постоянно большое. Людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям». Отсюда батюшкино снисхождение и милость всегдашняя. Потому что дети, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: «И что же, как обращался к нам батюшка? Мы играли вам на свирели, то есть веселые, радостные песни. Как он умел утешать, как он умел подбадривать, воодушевлять, вдохновлять. А вы не плясали, а мы не отзывались. Он нас и обличал, покаянию звал, когда тихим, кротким взглядом, не то что словом, а иногда и тихим словом, а когда не слышим, то и сурово, правдиво, тяжело было слушать. Мы пели вам плачевные песни, а вы не плакали. Мы не каялись в жизни. Может быть, какое-то чувство посещало ненадолго, потом все.
И так относился к нему весь мир. Порой и среди церковных людей такое бывало. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Как не нравились эти строгие его слова. Как только не называли. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Вот эта его простота в общении создавала впечатление, что он с нами с одной планеты. Но нет, он с другой. Он другим жил. Его Отечество всегда перед глазами его было Царство Небесное. И апостол нам сегодня утверждает вот эту похвалу батюшкиной жизни. Как бы из его уст это звучит. До него, до Господа, то есть, я от всего отказался, все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, сейчас он это узнает, и участие в страданиях Его совсем недавно, сообразуясь смерти Его, какая тишина, оглушительная тишина стоит у Его гроба. Действительно, по подобию субботы великой. Чтобы достигнуть воскресения мертвых. И дальше смирение. Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим. Конечно, потому что вечность – это есть вечное возрастание в любви и в близости Божией, и в благодати Божией. Поэтому здесь нет конца этому восхождению, этому достижению. А только забывая заднее, сейчас он забывает о жизни, о том, что он совершил, о том, что он вложил в нас, и простирается точно по апостольскому слову, простирается вперед. Будет молиться, мы верим, потому что нам надо исполнить слово его. А что до него самого, то вот апостол говорит, когда взял Господь, многие говорят, даже в его 69, говорят, рановато, пожить бы еще мог. А ведь так лучше. Если мы действительно есть вся вера, вся надежда, по любви говорим, есть основания
думать, что ходатай будет за нас, потому что созрел духовный плод. И сегодня, в день его погребения, читается тот апостол, который он так любил часто объяснять. Несколько проповедей его, очень известных, этому чтению посвящены. Плод духовный есть, любый. Вот его портрет рисуется. Радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых не есть закона. Отсюда его свобода духовная. А иже Христовы суть, это уже о последних его днях. Плоть распяша со страстьми и похотьми, аще живем духом, духом и доходим, зовет он нас, не бываем тщеславны, друг друга раздражающе, друг друга завидяще. Аще и впадет человек в некое прегрешение, своим примером, живым примером батюшка нас зовет. Вы, духовнее, исправляйте такового духом кротости, как и он исправлял. Люды и себе, да не и сам искушен будешь. Друг друга тяготы носите, как он носил, по его образу, не в его меру, конечно, это нам не посильно, но по его образу. И так и исполните закон Христов. И вот тогда это будет явление, если мы действительно дети Его, если мы в Его Духе будем жить, тогда Евангелие второе, которое сегодня читалось, память о преподобном Амвросии Оптинском, второе Евангелие, исполнится в жизни нашей. Весь народ искал прикасаться к Нему, яко сила от Него исхождаши и исцеляши вся. И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. То, чему батюшка учил, то, что он исполнил, и то, что теперь будет его всегдашней близостью, помощью, верим и надеемся по любви. Аминь.